Ирина, насколько глобально обстоят дела с импортом конкретно для вашей сети? Что вы закупаете, откуда вы закупаете? На самом деле для нас проекты прямого импорта на сегодня являются приоритетом. Мы импортируем товары из более чем 60 стран по всему свету. Это 5000 товарных позиций и более 50 тысяч контейнеров в год. Поэтому, обобщая, конечно, прямой импорт является очень большим компонентом нашего товарного предложения покупателю. И далее мы планируем усиливать это направление. А вот здесь, в рамках недели российского ритейла, ваш кейс об импорте в новых условиях. Вот как эти условия изменились и какие проблемы сейчас являются ключевыми? Условия изменились очень сильно, и связано это прежде всего с пандемией. Прежде всего, мы наблюдаем изменение потребительского спроса по ряду категорий, и, разумеется, это не может влиять на дальнейшее изменение импорта. Когда я говорю об изменении потребительского спроса, я имею в виду как рост потребности в определенных категориях, так и снижение спроса на другие категории. Например, все мы стали более трепетно относиться к здоровью, поэтому такая категория, как товары для здоровья, очень активно растет и развивается на рынке. Кроме этого, в связи с тем, что многие люди не смогли уехать в отпуск в прошлом году, и под вопросом, как они проведут отпуск этого года, они переключились на другие виды активности, например, на спорт. Поэтому очень растет спрос на спортивные товары, на велосипеды, на другой спортивный инвентарь. Но, и разумеется, это очень сильно влияет на то, как наращивается доля прямого импорта, потому что я сейчас перечисляю категории, которые в основном производятся в других странах. Помимо этого, есть категории, по которым спрос снизился, и снизился довольно-таки существенно. Мы больше времени стали проводить дома, в связи с этим меньше потребляем одежды, косметики. И опять же, по этим категориям объем прямого импорта очень сильно снизился. Тем не менее, если говорить про пандемию, то результатом ее стало не только изменение спроса. Результатом стало нарушение технологических и логистических цепочек, которые ранее обслуживали процесс прямого импорта. Когда я говорю о нарушении производственных цепочек, я имею в виду прежде всего простой фабрик на протяжении довольно долгого периода. И кроме того, они не сразу включились в активную работу по производству необходимых нам товаров. Очень часто фабрики сталкивались с отсутствием необходимых компонентов. Они очень долго ждали доставки тех или иных комплектующих, поэтому происходили очень серьезные задержки. Кроме того, так как спрос на часть категорий вырос, разумеется, это привело к серьезному дефициту товаров. Фабрики были загружены на 100%, и они, очевидно, не справлялись с заказами. К сожалению, мы это увидели в том, что мы часто с задержкой получали тот или иной товар. Мы не всегда могли предложить привычный ассортимент нашему потребителю. И действительно, вот эта ситуация оказала негативное влияние. Помимо этого, ситуация с логистикой, я думаю, ее обсуждали все и на всех уровнях. Ситуация с логистикой привела к тому, что не хватало контейнеров, и это также отразилось на уровне доступности товаров на полках торговых сетей. Вот по-вашему сейчас как? Вот все плохое уже случилось, или вот какие-то еще отголоски пандемии через какое-то время могут выстрелить и как-то еще повлиять на ситуацию? К сожалению, ситуация не выровнялась, она не вернулась на допандемийный уровень. Мы до сих пор сталкиваемся с задержками поставок по тем или иным товарным категориям, и до сих пор логистика еще не пришла в свою норму. Мы полагаем, что до конца года эти проблемы будут продолжаться. Тем не менее, тут важно понимать, что большинство торговых сетей уже встроилось вот в эти новые условия, в эту новую реальность. Конечно же, мы поменяли наши собственные процессы с точки зрения планирования объемов, с точки зрения планирования транспорта. И сейчас мы готовы уже, скажем так, более активно реагировать на все вот эти негативные изменения, влияние которых мы до сих пор ощущаем. То есть, если по ключевым пунктам, то какую стратегию вот сейчас вы выбираете в дальнейшем вот, работе с прямым импортом? Скажем, если сравнивать с тем, что было до пандемии, то вот конкретно что изменилось? Мы продолжаем его развивать, но мы изменили схему планирования заказов. Мы
просто понимаем, что нам теперь нужно больше времени для того, чтобы привести тот или иной продукт. Помимо этого, поменялось распределение долей тех или иных категорий в том, что мы заказываем. Мы стали больше заказывать тех товаров, о которых я уже говорила. Это спортивные товары, товары для здоровья, товары для дома. А нет какой-то, скажем, потребности или, может быть, альтернативы в том, чтобы найти вот эту какую-то замену здесь, не выезжая за границу? Или вот все-таки речь как раз в первую очередь о тех товарах, которых аналогов не найти здесь у нас в стране? При прочих равных мы, конечно же, отдаем предпочтение российскому производителю. Это связано и с логистикой, потому что она проще внутри страны. Это связано с тем, что любой импорт требует определенных усилий с точки зрения прохождения через таможню. Поэтому если бы мы могли покупать определенные товары здесь, на территории России, мы бы с удовольствием это делали. Но существуют такие товарные категории, которые, к сожалению, в России просто недоступны. Например, «Магнит» является одним из крупнейших импортеров бананов, и бананы в России просто не растут. Поэтому здесь альтернативных источников поставок, кроме как импортных, их просто не существует. Есть еще ряд других категорий. Это промышленные товары, которые все-таки в России пока не настолько развиты. Но если появятся предприятия, которые будут производить, мы с удовольствием переключимся на отечественные производства. Предприятиям, которые вдруг появятся, начнут производить, куда стучаться? Стучаться, в том числе в мое подразделение, я отвечаю за развитие собственных марок сети и с большим удовольствием рассмотрю какие-то альтернативные способы получения продукта не только на импорте, но и внутри страны. Спасибо большое, что вы нашли время к нам сюда сегодня заглянуть. Спасибо вам за интересные вопросы.